ночью атаковали, укропы испугались и убежали. Ну, я слышала, бежали, аж пятки сверкали, да? Бежали, он через поле, да. А сколько их человек здесь было? Здесь? Да, я думаю, рота была. Рота. А наша сюда, ребят, выдвинулась? Ну, сюда. На это место. Немного. Немного, ну сколько? Ну, меньше наверняка, чем здесь было военных украинских. Раз в пять меньше у нас выдвинулось. И тем не менее. Да. А чем по ним работать? Автоматов не работает. Ближние бои были? Обязательно. Находимся, находились. Конечно, ближние бои были постоянно. И в этот раз были ближние бои. Но здесь они бросали технику и ВК свою. Технику вывозят, да. Ты меня сливаешь? Да, да. Рассказывай, Володя, как брали Никишина. По поводу техники скажи, пожалуйста. Сколько чего, сколько единиц осталось? Живых осталось ну, 3, сколько 3 единицы забрали? БМП. Одна копейка, две двойки. Угу. Три штучки. Я понял. А по боеприпасам? По боеприпасам? Хватило бы до Москвы дойти. До Киева точно хватило бы. Я думаю, не один Урал тут боеприпасов. Говорили, что у них офицеры первые бежали. Да? Естественно. Около 15 человек еще бежало по полю. Но догнать их уже не удалось. Володь, вот этих двух пленных, которых взяли... Кто-то из вас принимал участие? Расскажи, пожалуйста, как взяли их? Как взяли пленных? Зашел я по той улице в тумане очень сильно. Операция называлась «Могла». Зашел с той стороны в количестве трех человек. Карап и еще один. Вот, зашли туда. Зашли к ним, вот в курточках, как они, одетые, вот видите, в их же униформе и заходил. Зашел к ним, говорю, о, привет, пацаны, вы что тут, а Караб говорит, вы что, тут шашлык жарите или что? Они говорят, да не тушенку. Я говорю, а я еще шел танк уничтожать, думаю, там стоял, думал, сейчас его подойти со шмеля и вырубить. Когда прохожу, то он гудит, думаю, я говорю, а чей танк? Они, наш танк. Я говорю, да не, наш там танк. Они, да не, это наш танк. Он говорит, слышь, а что ты так разговариваешь на украинском? Он говорит, а як мне размовлять? Я говорю, кто у вас, говорю, командир? Они, батя. Я говорю, ага, приклад раскладываю. Все, говорю, правильно. И забираем двоих. В спину стреляли, ну, ушли, конечно. Стреляли, говорит, стоять. Ну, туман, что туман, 30 метров видимость. Я уже скрылся за школой. Так и забрали двоих. Они восприняли за своих. Ну, как не сопротивлялись? Лехе лежит, вставать не хотел. Он думал, его еще спасут. В спину-то стреляют. Он думает, сейчас его еще спасут, он лежит. Ну, что, говорю, сейчас застрелю тебя, если не встанешь. Встал, побежал. Все, допытали, много информации. Ну и вот сегодня, через день мы взяли уже Никишина по их информации. Захватили с этой стороны, у них где меньше оружия, где меньше контролируют они. Танкисты? Не танкисты, были обычные стрелки. Они рассказали, где доты, как к ним, где у них меньше оборона. Вот мы через эту оборону и проломили. А шли со стороны ДК, получается, выходили? А? Со стороны ДК выходили? Со стороны ДК, вот мы обошли. Ну вот по дворам, да? С 12 часов ночи до 7 часов была операция. Какие потери у армии ВСУ? В этом бою были? В этом бою они убежали, они уходили потихоньку, мы уже начали их догонять просто. Обошли, они там в поле мы еще не ходили, потому что разминировано, да, минировщиком. Но там около посадки, я не знаю, надо поискать. Ну, информации о 200-х пока нет обычных, да? Нет, пока нет. А наши без потерь обошлись? Наших у нас без потерь. Даже 300-х, насколько я знаю, нет. То есть работали профессионально. Да, полностью. Мы зашли, ну, по информации пленных, мы зашли просто-напросто и захватили. Какой со самой слабой стороны. Молодой. Не, все, спасибо. А у него? Спасибо. Пожалуйста.